будет. И я тоже что-то их так послушала и думаю, да. Слушай, ну, кстати, война вот возвращает вот нормальное такое человеческое состояние, согласна. Действительно. Ну, мы про это говорили в прошлый раз. Ну что, постоянно должна быть война, надо постоянно страдать. А что делать? А как Христос говорил, через страдания? Нам же, как Путин говорит, через страдания. Любовь – это страдание. Кстати, ну, кстати, психолог бы наш сказал, что любовь – это не страдание. Да, это вы выбрали, да. А он бы сказал, ну как, это и страдание, и не страдание одновременно. Вот, нужно уметь переживать. Ну, вот как-то страдать должны все одинаково, должно быть все честно, потому что страдают в основном... А это твои комсомольские вот эти замочки. Нет, подожди, ну почему не страдает, например, вся элита, спокойно продолжает себе жить, путешествовать, бутики там всякие, буржуи и так далее.